Бука должна увидеться со своими старыми друзьями. Очень она по ним соскучилась. Бомбуро. Прекрасный Бомбуро. Скучал по Буке. Это Букины друзья. Друзья Букины. Будь здоров, Бомбуро. Будь здоров, Бомбуро. Это все Букины друзья. Сейчас Бука уже устала от щенков. Провалялась с ними 7-8 дней. Она уже устала, утомилась. Они высосали из нее все сиськи, молоко. Теперь она должна гулять и набираться свежего воздуха, свежей силы. Гуляй, Бука! Все сиськи пососали щенята. Надо набираться сил, Буки. Надо Буки набираться крепких сил. Ну, о детях забывать тоже нельзя. Бука на чеку постоянно. Переживает, кто там к детям ходит. Волнуется. Бука волнуется за детишек. Опа! Все ли с детишками в порядке? Вот так вот она ревностно к ним возвращается. И снова дети начинают кушать и пить молоко. А мы, друзья, тем временем будем читать Библию. Так, вот у меня закладочка тут. Матрона Московская. Матрона Московская. А читать я начал первый раз в своей жизни от Матфея. Это у нас Евангелие, Новый Завет. Пришло, видно, время. Пора ознакомиться с Евангелием. Один сосок не нашел, один сосок не нашел. Ищет малой сосочек, ищет. Молодец, молодец. Молодец. Ищет, ищет сосочек. Бука, дай ему сосочек, дай ему сосочек. Вот. Вот, малой. Малый, вот сосок, вот. Вот, вот. Вот, вот сосок. Вот. Пришло время кушать детям. Нашел он сосочек, нашел малый. Приятного аппетита, дети. Кушайте на здоровье.